Вот только ты уже ждут своего момента, называется сладкий стол. Виля, тебе хочется уже сладкий стол? Филя тарелочки обнюхивает. Но стол у них будет не просто сладкий, а вкусный. Мы для них подготовили вот такое вот лакомство. Даже вот кот валяется, гляньте, мы можем как хочется. Филя, неприятно. Виля, глянь, что у нас есть. Что там тарелку облизываешь. Пахнет им. Ну, а давайте откроем их реакцию. Глянь, реакция Фили. А ему пахнет. Нет, ко мне не пахнет. Я люблю, когда они становятся на мои лапы. Ну, насыпаем. Так. Во, воняет. Осторожней, котаны. Это тебе, Виля? Тебе немножко побольше. Давай тебе немножко подсыпь, а то его очень мало, Филя. Он не сыпется. Хороший у них вам сладкий стол. Как вы считаете, столько лакомств в день? Даже это вообще гляньте. Ну да, это ж не просто корм. Да, это корм. Лакомство для котов. Покажи на камеру. Это лакомство, да. Мы уже заранее его открыли, чтобы не париться. Я бы пальцы себе не портил. Угощение такое. Ага, Филя жует, ему все нравится. А Вилечка он там по одной кушает. Филя залпал все. У Фили 3 осталось, а у Вильки. Ого, у Вильки тут еще штук 15 осталось. А что, он больше не хочет? А все, Филя доел. Виля, кушай быстрее. Шо, Филя, прям такая какашка, да? Вилли. Забери тарелочку его. Так, Филя у нас на диете, ему много нельзя. Вилли. Прям такая какашка, да? Это я аж закапываю. Найс. Ай, не найс. Вилли, она ест. Он нас так много не ест. Он такой не жадный кот. Ну, хорошо. Да. Филечка, тебе нельзя так много. А он может с ним повредить. Кто будет? Филя. Филя, Филя. Филя. Принюхайся. Филя, отец. Слышь, с моей руки. А, нет, так не будет, он этот. Так ты. Не-не-не. Немножко повыше, должен попросить. Вот, молодец, Филечка попросил. Можно так котов дрессировать, чтобы просил. Филя, проси, проси, сказал. Виля умывается. Должен попросить, Филечка. А если попросит, она дадим. Это пока поставим. Ну вот, маленький день рождения Вильки. Надеюсь, вам все понравилось, рыбы ему понравились, сладкий стол понравился. Ну, надеюсь, и вам тоже понравилось. Поэтому будет все с ними хорошо, с Филей и Вилей. Еще раз Вилечку с днем рождения, поздравьте его в комментариях, кто хочет. Ну, все же коту будет приятно. Все ему передадим, да, Виля? Даже вот он будет со мной даже больше играться, чем с рыбками. Да, Вилька? Ну что, что он делает? Ай. Так вот, там любит побегать. И еще. Ну, будете с вами уже прощаться. С вами был я, Артём Ведерников. Виля, Филя. Я сижу, да, повторяю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем удачи и пока.